Уважаемый господин министр, дорогие друзья, приветствуем вас в Москве. Наша сегодняшняя встреча является продолжением переговоров, которые состоялись 7 марта в Мапуту в ходе моего посещения вашей прекрасной страны. Excelentissimo signor ministro. È un mio piacere complimentarmi qui a Mosca. Considero che il nostro incontro di oggi è la continuazione logica delle conversazioni che sostivemo il 7 di marzo di quest'anno nel decorrere della mia visita al vostro paese. Mozambik, проверенный временем партнер нашей страны, отношения между нами опираются на глубокие исторические корни, дружба между нашими народами. Moçambique é parceiro nosso provado pelos tempos. As nossas relações baseiam-se na longa tradição de apoio mútuo. E мы активно взаимодействуем, координируем наши шаги на международной арене, в том числе в ООН, других многосторонних площадках по отстаиванию основ международного права. Mantivemos estreita cooperação e coordenação dos nossos esforços enviados na palestra internacional. E мы довольны тем, что в последнее время прекрасный уровень нашего политического, стратегического взаимодействия начинает сказываться и на активизации торгово-экономических связей. И também sentimos-nos muito satisfeitos ao ver que a nossa interação também vai se estendendo, sobretudo nos últimos tempos, na área de interação comercial e econômica. Была создана межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая уже провела свое первое заседание в этом году. И, конечно, я уверен, что ваше участие, господин министр, в Петербургском международном экономическом форуме, который был весьма активным, также поможет продвигать взаимовыгодные перспективные проекты между нашими экономическими операторами. É por isso que foi fundada recentemente a Comissão Intergovernamental para Comércio e os vínculos de desenvolvimento dos vínculos econômicos e também considero que a presença do Sr. Ministro no recente Foro de São Petersburgo também é um grande passo à frente neste sentido. E hoje, конечно же, обсудим дальнейшие шаги по продвижению нашего взаимодействия во всех областях. И hoje, é claro, temos de comentar, deliberar sobre os nossos passos seguintes para frente e a nossa cooperação em diversas matérias. Добро пожаловать. Bem-vindos. Caro ministro, irmão Sergei, começo por partilhar cumprimentos do governo e do povo moçambicano para si e através de si a todos os irmãos russos. Уважаемый господин министр Сергей Лавров, я прежде всего хотел бы разделить вашу точку зрения на традиционный устойчивый характер наших двусторонних связей. Мы в Мозамбике стремимся к их дальнейшему развитию. В Мозамбике там зон детали, где действует. Quem promete deve. Eu tinha uma dívida consigo desde o dia 7 de março. Aqui estou para pagar a dívida. И как вы верно заметили, наша сегодняшняя встреча является продолжением тех переговоров, которые мы с вами начали 7 марта этого года, и мы прибыли сюда именно для того, чтобы их продолжить. И este pagamento de dívida tem sabor muito especial. Porque é a primeira visita oficial que realizo na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique. E для меня эта встреча имеет особое значение. Это первый официальный визит, который я осуществляю в качестве министра иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик. Quero agradecer a hospitalidade e o carinho que eu e a minha delegação estamos a ter desde que chegamos em São Petersburgo para o Fórum e aqui em Moscou também.
Я хотел бы особо поблагодарить вас за то гостеприимство и ту сердечность, которую мы ощущаем на себе с самого первого момента, с того момента, как мы ступили на землю Санкт-Петербурга. Большое спасибо. И мы тразим conosco на багаже uma palavra de ordem de que Moçambique и Rússia estão de volta para a consolidação e expansão das relações de cooperação bilateral, de cooperação para relações de solidariedade e, sobretudo, juntos para fazermos negócios para todos sairmos a ganhar. E no nosso bagagem, nós привезли лозунг, гласящий: «Мозамбик и Россия возвращаются». Они возвращаются на ту орбиту, на которую они вступили уже давным-давно. И мы хотели бы, чтобы это возвращение состоялось вполне, и в том числе, чтобы оно осуществлялось в полном масштабе в торгово-экономической сфере. И tivemos o cuidado e a cautela de fazer encomenda prévia de tempo para termos bom tempo, tanto em São Petersburgo e aqui, sol maravilhoso que nos sentimos muito bem. Ну и надо отметить, конечно, что к этому человеческому климату добавляется ваш прекрасный климат, который встречал нас уже в Петербурге и который мы ощутили здесь, в Москве, сегодня. И estamos muito impressionados pelas condições que nos criaram de trabalho e também para podermos repousar nas horas em que não temos trabalho. И не имеем слов, чтобы поблагодарить за уважение, которое мы имеем здесь, от братьев русских. Мы очень благодарны за те крайне благоприятные условия, которые созданы нам для нашей работы, а также и для отдыха. И мы надеемся в полной мере воспользоваться этими условиями в ходе нашего пребывания здесь. А у меня не хватает слов для того, чтобы выразить нашу признательность. E temos tudo para que a nossa cooperação seja caso de sucesso, de referência não só nos nossos dois países, mas de referência internacional de uma cooperação saudável entre dois países, amigos e irmãos. E у нас есть все для того, чтобы наше экономическое сотрудничество имело успех. И это касается не только наших двусторонних отношений, но и многосторонних связей и нашего сотрудничества в рамках международных организаций.